Итоги месяца, а также множество актуальных программ традиционно подводят на расширенном оперативном совещании районной администрации. Как один из самых значимых проектов, старт которым был дан в сентябре, и у главы администрации района Наталья Тамбова отметила реконструкцию пешеходного моста через Клязьму. Проект предполагает ликвидацию старых металлических балок, благоустройство, установку дополнительного освещения, которое реализуем уже в этом году. Большая работа также была проведена в Щелковском районе по ремонту внутридворовых проездов. Борьбу с ямами во дворах Щелковского района признали успешной. И согласно рейтингу Госсанэпидтехнадзора Московской области, на 80% у нас снизилось количество жалоб в местах твердого покрытия внутридворовых дорог и проездов. Более 1500 подъездов преобразились с момента старта в 2017 году на территории нашего муниципалитета программы «Мой подъезд». До конца года планируется отремонтировать еще 264. Таким образом, программа будет выполнена в более чем 50% подъездов в домах Щелковского района. Ремонт подъездов – это программа уникальная вообще для страны. Нет вообще такой программы, где подъезды ремонтировались бы не за счет управляющих компаний, а за счет бюджета муниципальных образований и областного бюджета. Это приоритетный проект губернатора Московской области, которому уделяется огромное внимание. Также продвигается программа капитального ремонта многоквартирных домов. В этом году в план вошли 82 здания. Сейчас работы идут на 47. В 10 МКД идет замена лифта в количестве 41 единицы. Работают у нас две. Генеральный подрядчик у нас Тартен, и он же делает дома, ремонтирует Монина. И на территории Щелково у нас работает строительная компания. Подвели итоги работы системы 112, созданной в 2015 году, чтобы сделать более доступным и удобным для жителей вызовы экстренных служб. С 1 января по 1 октября этого года в систему Щелковского района поступило и было обработано более 180 тысяч обращений. Александра Гранич, Александр Ржевский, телерадиокомпания «Щелково».